Мы стоим сейчас перед многими вызовами, работая в условиях глобального мира, глобальной конкуренции, и рассчитывать на то, что мы можем внутри своей страны чем-то сильно отличаться от всех производственных процессов в мире, мы, наверное, не должны, и в конце концов это невозможно. Вот. Бизнес должен быть эффективным. Какие перед нами стоят задачи? Первое, мы должны иметь продукт, который является по своим свойствам, характеристикам, конкурентоспособным не только на рынке России, но и на многих рынках. Второе, мы должны иметь то производство, которое позволит сделать этот продукт. И задачи, которые перед нами стоят, задачи резкого роста производительности труда.